Всем привет! Вы на канале Краски Праздника. Это видео об итогах моего декабрьского челленджа. Если интересно, оставайтесь со мной. 2021 год я обозначила как год челленджей. Решила каждый месяц проводить челленджи для того, чтобы стать лучше, без изнурения и столь ответственности. В январе я стала инициатором челленджа «Планка 30 дней», в феврале провела челлендж «Читаю каждый день», в марте по рекомендациям своих подписчиков в Инстаграм я провела под хэштегом «Приседай». А в апреле училась скороговорки. В мае минимум час гуляла на свежем воздухе. В июне нормой было пройти 10 тысяч шагов в день. В июле месяц сидела без Инстаграм, а в августе не пользовалась косметикой. В сентябре пила стакан теплой воды с утра. В октябре я организовала челлендж «Без сладкого» и «Суперблогер». А еще вступила в челлендж «Люблю себя» как участник. В ноябре это было статическое упражнение «Стойка», которое называется «Стульчик». Ссылки на итоги озвученных челленджей в описании. Если вам интересна и необходима мотивация, то приглашаю присоединиться к моему Инстаграм. Там я выкладываю сторис каждый день и пишу пост по случаю. Ссылка в описании. А в декабре я решила провести челлендж Reels каждый день. Это позитивные видео в Инстаграм под соответствующее аудиосопровождение. А мои подписчики в Инстаграм предложили мне провести еще челлендж по просмотру фильмов каждый день. И это не обязательно должны были быть фильмы новогодней тематики. Я смотрела фильмы разных жанров, сейчас вы можете увидеть их на своих экранах. Были и лирические комедии про Рождество, были триллеры, были боевики и другие. Некоторые фильмы я рекомендовала подписчикам посмотреть, а от просмотра других рекомендовала также воздержаться. Напишите в комментариях, какие из этих фильмов вы уже посмотрели и какие будете смотреть новогодние каникулы. А может быть, что-то из увиденного вы смотрите и пересматриваете, так как вам очень нравится эта кинолента. Увидимся с вами совсем скоро в моих новых видео. Подпишитесь в Инстаграм «Краски праздника», чтобы не пропустить самые интересные, ссылки в описании.